Подводим итоги матча СКА-1946 ТКМ Юниорс с нападающим армейской команды Никитой Недопекиным, автором победного гола. Никита, с победой! Спасибо. Как ощущения от игры? Дай краткий анализ. Что пошло не так, чего не хватило, чтобы. Ну, наверное, сразу... начали плохо, не достроились. Вот, пропустили два, так скажем, ненужных гола. Вот, ну, в принципе, по ходу игры начали добавлять. Хорошо, что так получилось, отыгрались. Так, наверное, начинать нельзя. Ну, два быстрых гола как-то повлияли на психологический настрой в команде? Нет, наверное, это и сыграло главную роль, то, что команда не поплыла. Все мы поняли, что нужно собираться, все в наших руках. В принципе, команда проявила характер. Мотивация, да, еще такая, ну, хорошая. Проиграть, да, не очень хотелось. Вообще, что касается, был ли такой, может быть, не такой шапкозакидательское, может быть, поначалу отношение, что молодая команда приехала, сейчас мы ее одной левой. Ну, такого, наверное, у нас подхода нет. Я думаю, тут больше сыграла роль то, что многие ребята, да, уезжали в сборную, играли 3 игры подряд. Вот, возвращались, это коллектив. Здесь кто-то у нас в высшую лигу отправили игроков, там, новые, ну как, мы все это знаем, для, наверное, болельщиков новые ребята, поняли, в 1946 какое-то вот такое. Ну, наверное, это и сыграло. Ну, в целом, как бы уровень соперника для дебютирующей команды, как оценишь? Очень понравилось их движение, их давление, активная команда. Вратарь их там так, потаскивает нормально. Хорошо борется. Видно, что немножко там тоже, там, я знаю ребят там 2005-2004 года рождения, не знаю, там 2006. Вот, и так, в принципе, команда с потенциалом, можно так сказать. Такое ощущение, что вот народу мало, да, потому что основа играет через речку буквально здесь, да? Не обидно, что такой напряженный матч, красивая победа и немного народу посмотрели? Да, у нас всегда по-разному. В принципе, мы благодарны всем, кто ходит, вне зависимости там, от народу, от игроков. Вот. Очень, ну, это действительно помогает там, в социальных сетях, я даже по себе могу сказать, там пишут приятные слова, это очень, на самом деле, без шуток очень вдохновляет и дает большой стимул двигаться дальше. Хорошо, большое спасибо еще раз с победой. Спасибо.